Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду готовить язык. Здесь два молодых говяжьих языка. Я их хорошенько промыла. Пока кастрюля с водой закипает, я их выдержала в холодной воде с уксусом. Уксус домашний, яблочный. Теперь я солью эту воду и отправлю языки вариться. Первую воду я солью. Вода не соленая. Видите, после уксуса даже пенки нет, но все равно я лью эту воду. Теперь опять залью кипящей водой. Вода закипела, добавляем специи. 40 грамм соли, пол чайной ложки зерен горчицы и где-то около чайной ложки черного перца горошком. Затем сюда я добавляю морковь, две небольшие морковки, небольшой вот такой кусок горького перца, три лаврушки и одну луковицу. Теперь накрываем крышкой, убавляем огонь и готовим на медленном огне где-то минут 40-50. Приготовим холодную воду. Вы можете сюда положить куски льда. У меня вот такой контейнер. Я его сюда положила. У меня вода очень холодная. Теперь я в эту воду положу язык. Вернее, языки. Минут через 10 я удалю шкурку с языка, потому что при встрече с холодной водой горячие языки попадают в шок, как говорится. И мясо съеживается, а кожура отойдет. А теперь очень спокойно удалим шкурочку. Теперь эти языки мы помещаем опять в кастрюлю и поварим еще минут 15-20, а затем остудим, и они будут готовы. Наши языки готовы. Отключаем плиту и оставляем в этом бульоне до полного остывания. Языки готовы. Они у меня остывали в бульоне. Теперь я их достану. Один я заверну в пищевую пленку и оставлю в холодильнике. Резать будем от основания языка. Вот такой сочный, вкусный, хорошо проваренный язык получился у нас. Вот так. Сейчас мы это попробуем. Очень вкусно. Очень-очень-очень. Обязательно попробуйте приготовить и оставьте остывать в бульоне. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо, что были со мной.